Всем добрый день. Эту пшеницу я купила для проращивания. Здесь даже написано, как ее проращивать, но есть и рецепт приготовления пшеничной каши. Вот. Поэтому я решила попробовать. Проращивать я уже проращивала ее, а теперь решила попробовать ее отварить. Посмотрю, что получится. Я буду варить ее первый раз. Поэтому результатом я даже не знаю, какой результат будет. Так, здесь написано: промойте необходимое количество зерна и залейте его водой на 8-10 часов. Вот, я залила водой, еще не промывала, чтобы показать, что в принципе пшеница чистая. Сейчас я ее промою и залью прохладной водой. Все, пшеницу я залила водой комнатной температуры. И теперь пусть она стоит не менее 8 часов. Прошло 7 часов. Конечно, надо было надольше замачивать, хотя бы часов на 10. Но я решила, что попробую так варить. Пшеница увеличилась в объеме, набухла, уже стала мягкая. Видите, даже ногтем можно ее разломить. Теперь ее надо промыть, залить водой и поставить варить. Я буду варить в мультиварке. Я переложила пшеницу в чашу мультиварки, залила кипятком, брала в расчете на 1 стакан крупы, зерен, 4 стакана жидкости. Если честно, на упаковке я не нашла ни сколько варить минут, ни в какой пропорции. Поэтому решила действовать так, как считаю нужным. Посмотрим, что получится. Солить пока не буду. Просто перемешаю, закрою крышкой. Установила программу суп. На упаковке, в которой была пшеница, написано, что ее нужно варить 30 минут. Но это очень мало. Вот, прошел час. Пшеница в таком виде. Я уже ее попробовала, она уже жуется, но не настолько, чтобы это можно было есть, поэтому продолжаю варить. Прошло практически 2 часа, как я варю пшеницу. Теперь ее надо посолить. Солите по вкусу, но воды уже мало, поэтому смотрите, не пересолите. Как я говорила, на 1 стакан пшеницы я брала 4 стакана воды. Как видите, воды уже стало совсем мало. Снова закрываю крышкой и продолжаю варить дальше. Да, вот еще что. Я заметила, когда вот воды стало мало, пшеница стала, видите, подниматься вот до сюда. Здесь даже крышка была в пене. Поэтому я сделаю так, как я поступаю при варке каши. Вот здесь вот сделаю ободок масляный. Он не даст пшенице и воде подниматься. Прошло 2,5 часа. Как видите, вода почти выкипела, но пшеница еще недостаточно сварилась. Поэтому буду варить еще, наверное, с полчаса. Через 3 часа, если вы видите, что пшеница еще не до конца приготовилась, влейте немного воды, но только кипятка, и варите еще полчаса. Пшеница должна быть мягкая. Она, конечно, не разварится к
как рис или пшено. Но она должна быть, ну, намного мягче и приятная на вкус. Наконец-то пшеницу я сварила. Варилась она почти 4 часа. Вот посмотрите, какая она. Теперь надо мультиварку выключить. Вот я мультиварку выключила. Теперь закрою крышкой и пусть пшеница еще потомится полчаса. Пшеничная каша готова. Осталось ее выложить в тарелку и добавить сливочное масло. Вот такая пшеничная каша получилась. Что я могу сказать? Варила я ее очень долго, 4 часа. Мне кажется, проще пшеницу прорастить, использовать пророщенное зерно, чем 4 часа варить. По вкусу сложно сказать, кто не привык к такой еде, я не знаю, понравится или нет. Очень плохо, что на упаковке не написано, как ее варить. Вот на упаковке я показывала в самом начале упаковку. Там просто написано 30 минут варить. За 30 минут каша не сварится. Поэтому, если вы решите варить пшеницу, цельнозерновую пшеницу, варите ее не менее 3 часов. Надеюсь, мой рецепт вам пригодится. Если что, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, заходите в гости.